У России действительно множество настоящих, проверенных временем, друзей повсюду, в том числе и в Соединенных Штатах, и в Европе. И все они не просто проявляют к нам интерес, но и разделяют продвигаемые нами ценности, общие для всех мировых религий и цивилизаций. В этой связи представляется закономерным, что деструктивная линия западных элит на изоляции в России, в том числе в глобальном информационном и культурном пространствах, в целом линия на отмену всего того, что так или иначе связано с нашей страной, потерпела полный крах. Широкая мировая общественность искренне заинтересована в непредвзятых, всесторонних, честных оценках причин сложившейся геополитической напряженности, не приемлет потоки дезинформации и лжи, которые штампуют подконтрольные коллективному Западу средства массовой информации, по крайней мере, подавляющее большинство из них.